Свирепым рыком встречает гостей переднеазиатский леопард по кличке Фишт. Он родной брат Виктории, которую выпустили в дикую природу вместе с Кели и Ахуном в 2016-м. Вскоре и засидевшийся в вольере самец отправится в путешествие, но не в леса Северного Кавказа. Его ждут в одном из европейских зоопарков. А пока хищник привыкает к человеческому обществу. За остальными хищниками сегодня в центре живут 14 особей. Наблюдают через мониторы. Для полноты картины в каждом вольере установлены по 10 видеокамер. В кадре Черри со своими котятами. Отдыхают после плотного завтрака. Она успешно добыла копытное и привела своих котят для того, чтобы накормить их. Вы можете наблюдать на мониторах элементы комфортного поведения хищников, которые свидетельствуют о благополучии их пребывания в центре. Пятерых котят, родившихся у самок Черри и Андрея в июне прошлого года, готовят к самостоятельной жизни. Их недавно чипировали, выпустить в дикую природу планируют в 2020-м. А считанные месяцы осталось жить за высоким забором трехлетней Багири. Следующий выпуск леопарда в дикую природу, возможно, состоится в 2019 году после повторной оценки поведения самки по кличке Багира. Мы планируем провести ее в апреле либо в мае, в зависимости от того, какие результаты покажет эта самка. Возможно, состоится на территории Республики Северная Осетия Алания, либо на другой территории. В январе этого года в лесах Северного Кавказа браконьеры убили Кели. Ранее погибла Виктория. Экзамен на прочность пока успешно сдают 4 леопарда – Ахун, Эльбрус, Артек и Волна. Это выпускники 16 и 18 года. Новая среда обитания, самостоятельный поиск пищи и встреча с охотниками. К испытаниям в дикой природе молодых леопардов готовят с учетом старых ошибок. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.